Минувшее воскресенье состоялось торжественное открытие матча в рамках турнира по хоккею на Кубок города Конаково. Напомним, что сам чемпионат стартовал в конце сентября. За победу и главный приз турнира борются 6 команд. Русские медведи, летучие пингвины, Орион, Корчева, Кунлёд и Рублевка-69. На памятное мероприятие были приглашены почетные гости, представители районной и городской администрации. Новый хоккейный сезон обещает быть не менее захватывающим и интересным, чем в предыдущие годы. Впереди новые победы и открытия. Ведь каждая игра турнира на Кубок города Конаково всегда проходит захватывающе и непредсказуемо. Для торжественного открытия хоккейного матча, в котором приняли участие команды фавориты «Кунлёд» и «Летучие пингвины», были приглашены почетные гости. Сказать, что хоккей в городе Конаково был, есть и будет, и от нас, от администрации города, мы будем прилагать все усилия, чтобы выводить этот спорт на новый уровень. Желаю удачи! Для совета депутатов города Конаково хочу напомнить, что сегодня встречаются две команды фаворитов. Если вы вспомните антологию слова «фаворит», она происходит от латинского «фейвор», «благосклонность». Я думаю, что мы сегодня все были благосклонны к вам и к вам. Вам удачи, берите вещи. После торжественных слов и пожеланий удачи обеим командам состоялось традиционное вбрасывание шайбы. Перед матчем прозвучал гимн Российской Федерации, и далее началась сама игра, исход которой никто не мог предугадать. Обе команды сильные, имеющие в арсенале отличных нападающих, защитников и вратарей. В этом году появилась на свет новая команда «Летучие пингвины», игроки которой – выходцы из команды «Кунлёд». А команда «Кунлёд» в этом году, можно сказать, играет почти новым составом. Поэтому хоккейный матч был как никогда увлекательным и интересным. Шла вторая минута первого периода, как неожиданно шайба оказалась в воротах команды «Кунлёд». Летучие пингвины воспользовались своей удачной позицией на льду и забили первый гол этого матча. Далее еще интереснее. Казалось бы, летучие пингвины, окрыленные удачей первой забитой шайбы, начали пропускать свои ворота голы от противников. Тут и началась более ожесточенная игра. В ходе матча было много силовой борьбы, вследствие чего последовало большинство удалений игроков. Матч закончился со счетом 5-1 в пользу команды «Кунлёд». Среди выделившихся команды победителей нападающие Сергей Яшкин и Иван Федотов. Из команды «Летучие пингвины» стоит отметить отличную игру вратаря Дениса Климова. В рамках турнира в выходные состоялись еще несколько матчей. Русские медведи встречались с командой «Корчева», где одержали безоговорочную победу со счетом 7-0. Команды «Рублевка-69» и «Орион» сыграли со счетом 6-1.